Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Васильич. Сегодня приготовим гнезда для котлет. Так называю. Берем спагетти. Я уже поставил водичку. С литра налил. Чайную ложечку соли добавил. Вот уже кипит, идем, варим. Дальше я покажу, что будем делать. Вот, открываем спагетти и идем. Достаем спагетти и кипящую воду мы выкладываем. Сейчас будем разворачивать его. Она от горячей воды примет форму по кастрюльке. Так что мы разворачиваем ее. Видите, она уходит. Вот. Сейчас я еще все-таки побачу. Лишнего не будет. Все съест. 100 раз не готовить. Можете подержать для быстрого ускорения, чтобы расправить. Ну вот. Вот так вот расположили, и почему литр маленько водички. Мы будем круговую, вот так вот прошло 3 минуты или 4 уже прошло. Видите, вот так не слиплись, а ничего, мы их буторим, как говорится. И помешиваем круговую. Для чего? Ну, я делаю так для себя. Вкусно получается. Потом вода уже начнет выкипать, потому что мало. А шпагетти забирать в себя воду. Я добавляю, когда уже там останется маленько, жишки вот этой вот, чтобы не прилипло. Я накрошил там, видели, чесночок мелко. Я добавляю чесночка и масло. Масло можно сливочного все, и такого растительного масла все равно вкусно будет. И промешивайте в круговую, в общем, это самое, делайте оттенок чеснока в спагетти. А дальше я покажу. Вот, не забывайте помешивать, чтобы не прилипло ничего. Вот так вот круговую. Видите, меньше стало и мягче стало шпагетти. Доводим до готовности. Так, идем. Вот, покажу. Уже, видите, мешаете до готовности, чтобы не прилипло. Вот, идет выкипание вообще под ноль. В это время мы успеваем добавить чесночка сверху. Подлить маслица и такого масла. Вот у меня осталось масло. Берем, что именно. Вот. Это завтрака. Ничего зазорного. Масло талое. Добираем сюда и размешивать нужно. А сейчас вилочкой проще. Делаем. Вот, все это буторим. Как говорится, помешиваем. Видите, все, лапша у нас сварилась. И выключаем конфорку и оставляем в сторону. Вот.
Маслица, чесночок. Так вот. Сварили. Вот. Уже подошло у нас и сковородка накалилась на котлетки наши. Берем котлетки, идем обжаривать наши котлетки. Да. Разберемся. Чтоб не прилипли, всегда надо на горячую ложить котлетки. Вот. Котлетки. Котлетки. Ну и можем мы накрыть, убавить. Видите, какие пышные котлетки. Ну, можно будет вам еще фишку показать, как, чтобы они лучше прожаривались. Есть, добавляю водички маленько, чтобы пар, в пару тучилось. Есть, просто крышки прикрываете. Вот так вот. И смотрите. Вот, они произвольно жарятся. Ну вот, накрыли, подливал водички. Вот видите, как хорошо, дружненько порос, готовятся наши котлетки. Посмотрим. Видите, не прилипает, ничего, когда на горячую. Вот. Ну, ложку возьми. Чтобы накрываем крышкой. Ну вот, сготовились котлетки, снял. Вот. Видите, они добавлял водички, кипятил в пару. Можно сказать, на пару приготовились. Возмужали, поднялись. Вот. Будете готовить в первую очередь котлетки. Нажаривайте там что, как. А потом уже занимайтесь шпагетти. Ну, покажу я. Беру шпагетти наши. Вот. Беру и выкладываю сюда нашу тарелочку. Вот, берем и докладываю. Вот так вот получается у нас гнездо. Гнездо. С чесночком. Теперь берем котлетку. Берем котлетку. Ну вот. Можем одну. Сколько сидите. Столько ложки. Вот. Да даже на такое гнездо можем и третью присоседить. Ну вот, получается у нас вот такое гнездо. Вот, смотрите, маленькое я даже прокручу. Гнездо для котлеток.
Во, ребята, попробуйте маслица, добавляйте вот туда сливочного, с чесночком, все это. Вкусовая гамма получается, очень вкусная, котлетки. Пожелаю приятного аппетита, кто кушает, здоровья. С вами был Василич. Пока-пока.